Гулять среди вершин деревьев – занятие, которое становится все более популярным у туристов всего мира. Эту возможность предоставляют сегодня многие природные парки планеты, например, такие, как природный парк Капилано в Канаде. На европейском континенте также есть немало подобных аттракционов, и среди них особенно выделяется тропа Баумвипфель – Баумвипфельпад, в Баварском лесу. Баварский лес в Германии – едва ли не единственный сегодня в Центральной Европе уголок нетронутой природы. Здесь почти ничего не изменилось за последние несколько сотен лет. Гулять в этом зеленом массиве – одно сплошное удовольствие, а уж приподняться над землей и устроить прогулку по вершинам деревьев – и вовсе неповторимо. С этой задачей прекрасно справляется построенная в 2009 году тропа Баумвипфель, которая расположена в баварском муниципалитете Найшонау, Нючноу. Аттракцион длиной 1300 метров, самый длинный в мире из подобных, поднимается над землей на высоту от 8 до 25 метров, а смотровая деревянная башня, напоминающая своим видом яйцо, так и вовсе на 44 метра. Прогулка по такой тропе дает возможность исследовать национальный парк с высоты и насладиться великолепными видами. Тропа абсолютно безопасна для туристов, благодаря надежным опорам и перилам, а лифт на входе позволяет подниматься на нее, в том числе, и инвалидам, и семьям с колясками. Хотя о любителях экстремальных прогулок здесь также не забыли, тропа Баумвипфель на некоторых участках оборудована приятными сюрпризами, вроде тонкой деревянной доски, по которой необходимо перейти, тонких канатов, или провала в дороге, через который нужно перепрыгнуть. В данном случае никто из гостей парка также ничем не рискует, под опасными участками натянута страховочная сетка. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.